Здравствуйте, уважаемые любители футбола. В Лиге Европы завершилась жеребьевка заключительного этапа отбора раунд плей-офф. Кратко напомню, кто участвует. Команды были разбиты на 4 группы. В первой группе находятся команды, которые еще не участвовали в квалификации. Алкмар – Нидерланды, Фенербахче – Турция, Заря – Украина, Антверпен – Бельгия, Штурм – Австрия, Раннерс – Дания. А вот во второй группе перед жеребьевкой находятся команды, выбывшие из Лиги Чемпионов. Динамо – Хорватия, Лиге – Польша, Ференцварош – Венгрия или Славия – Чехия, Олимпиакос – Греция или Лудогорец – Болгария, ЧФР Калуш, Румыния или Янг Бойз, Швейцария, Цервена Звезда, Сербия или Шериф, Молдавия, Мальме, Швеция или Рейнджерс, Шотландия. А далее у нас победители третьего раунда Лиги Европы. В третьей группе участники пути чемпионов: Амония Кипр или Флора Эстония, Мура, Словения или Жальгирис, Литва, Кайрат, Казахстан или Алашкерт, Армения, Линкольн, Гибралтар или Слован, Словакия, Нефчи, Азербайджан или Хик, Финляндия. И участники основного пути: Яблонец, Чехия, Селтик, Шотландия, Рапид, Австрия, Анарт Тосис, Кипр, Галатасарай, Турция или Сент-Джонстон, Шотландия. В ходе жеребьевки мы выяснили, кто с кем сыграет в раунде плей-офф. Раннерс Дания померится силами с победителем пары Галатасарай, Турция, Сент-Джонстон, Шотландия. Рапид, Австрия, Анартосис, Кипр против Зари, Украина. Яблонец, Чехия, Селтик, Шотландия выйдут на Алкмар, Нидерланды. Фенербахче, Турция против Нефчи, Азербайджан или Хика, Финляндия. Мура, Словения или Жальгирис, Литва выходит на Штурм, Австрия. Амония, Кипр, Флора, Эстония против Антверпен, Бельгия, Олимпиакос, Греция, Лудогорец, Болгария против Линкольн, Гибралтар или Слована, Словакия. Победитель пары Мальме, Швеция, Рейнджерс, Шотландия сыграет с победителем пары Кайрат, Казахстан, Алашкерт, Армения, Ференцварош, Венгрия, Славия, Чехия, Динамо, Хорватия или Легия, Польша, ЧФР, Клуж, Румыния, Янбой, Швейцария против Цервены Звезды, Сербии или Шерифа, Молдавии. Первый матч 19 августа, ответные игры пройдут 26 августа. Победители попадут в группу Лиги Европы. Услышимся!